Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 87-м году ушел из жизни советский и российский композитор, создатель музыки к фильму «Гардемарины», «Вперед!» Виктор Лебедев. Об этом в соцсетях сообщила певица Ирина Летина. Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства и эстрады в СПб ГУКе, СПб ГИК, где я училась. Великий композитор. Написал музыку более чем к 100 фильмам, включая «Гардемарины». «Светлая память», — поведала она. Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. Композитор более 60 лет проработал на факультете музыкального искусства и эстрады Санкт-Петербургского государственного института культур. Музыка Лебедева звучала в таких фильмах, как «Дневник директора школы», «Трудно быть богом», «Пропавшая среди живых», «Будьте моим мужем», «Макар следопыт» и «По таганке ходят танки». Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!